Смотрите в этом сезоне. Ямайские мужчины очень романтичные. У нас не только сердца большие. Мы провели вместе всего пару недель. Нам нужно узнать друг друга. Коробка есть или так забирать? Я люблю Ларису больше всех на свете, но она очень требовательная. В такой машине будешь как миллионер. Дороговато будет. Я не могу доверить Оливера Асуэлу. Нельзя доставать ребенка из автомобильного кресла. Он будет твоим мужем только через мой труп. Мне плевать, кого ты поддерживаешь, это мой брак. В Америке Асуэлу поражается каждой мелочи. Это что? Мясной фарш. Как странно. Если визу не выдадут, я заберу ребенка домой. Ему нужно расти в Америке, а не в России. Это будет конец света. Ты приехала и все испортила. Он ставит эту психопатку выше своей семьи. Либо она уедет, либо я. Ты ни с кем не знакомился? Не давал свой телефон? Это ничего не значило. Я больше не верю, Джей. Все кончено. Поднимешь руку, я вызову полицию. Надеюсь, не придется выбирать между мамой и Ларисой. Все, кто против королевы, умрут. С меня хватит, хватит. Не будешь уважать мою дочь, у тебя будут проблемы. Расстанешься со мной из-за алиментов? Мне не нравится, я уже не невеста. Тогда лети домой, я своих детей не брошу. Что ты здесь делаешь? Без него у меня тут ничего нет. Я одна. Ты не понимаешь, каково мне? Я так не могу. Фернандо! Виза невесты, виза жениха.